приведет к серьезному отключению функции. А какие видео можно оставить, если на это видео идет хороший трафик, то есть достаточно большой просмотр, количество просмотров, очень много лайков, написаны комментарии, добавлены ваши ответы на эти комментарии, и ролик как бы очень успешно распространяется по социальным сетям. Ну и второй вариант. Придется этот ролик удалить, к сожалению, чтобы правообладатель не изменил политику на блокировку и не поставил вам страйк. Страйк — это очень как бы неприятная такая вещь, с которой, ну, я пока, на мое счастье, не сталкивалась, но среди моих коллег и друзей есть люди, которые вот как раз за то, что не, как бы, не стали удалять это видео, и правообладатель изменил политику, поставил блокировку, и вот в результате, конечно, получилось то, что канал был заблокирован на 3 месяца. То есть тут надо быть тоже очень осторожным и выбрать то, что наиболее подходит вам. И, конечно, смотреть, что же может повлиять на изменение политики вот в отношении вашего ролика. Третье нарушение. Это самое серьезное нарушение. Это указывает на то, что написано, что видео запрещено во всех странах. Значок этого нарушения выглядит вот так, как на этом слайде. В чем заключается это нарушение? В этом видео нарушены не только авторские права на музыкальное сопровождение, но также имеются видео и фотофайлы с авторскими правами. И также ваше видео нарушает все правила YouTube. Что может последовать за этим нарушением? Если видео заблокировано во всех странах, репутация вашего канала ухудшается. Ну, во-первых, вы потеряете доступ к ряду важных функций, такие как загрузка видео продолжительностью более 15 минут, настройки конфиденциальности, использование персональных значков видео, и также вам могут отключить монетизацию на канале. Раньше, вот до буквально 1 января 2017 года, была очень разная политика по отключению канала за вот эти нарушения. То есть каналы могли отключить на 3 месяца, на 9 месяцев, но сейчас вот за нарушение, где совпадают не только музыкальные как бы треки, но и есть видео с нарушением, с авторскими правами, фото, какие-то файлы, то отключают на 3 месяца полностью. А затем уже смотрят, если изменились как-то ваше положение, изменилось как-то, вы нашли какой-то выход, то, конечно, могут вернуть назад, подключить канал, вернуть на канал для рабочего состояния. Но при всех этих нарушениях, конечно же, отключается монетизация канала. Тем более сейчас, с 20 февраля 2018 года, введены новые правила монетизации, и потерять монетизацию, конечно, ну, становится как бы нежелательно. И, конечно, сейчас большая часть авторов тех каналов, которые монетизированы, конечно, будут стараться не попадаться с такими вот не попадать в такие неприятные ситуации. Итак, где же можно посмотреть информацию о нарушениях авторских прав? Для этого нужно зайти на ваш канал, зайти в менеджер видео, и у вас открывается меню, где указаны ваши видео, плейлисты. И если у вас есть нарушение, то обязательно будет строчка «Авторские права». Это говорит о том, что на вашем канале уже есть хотя бы один ролик с нарушением авторских прав. Но если такой строчки нет, то на вашем канале не нарушаются авторские права. Поэтому будьте внимательны, можете сегодня после нашей встречи зайти на свои каналы и
пройти этот путь через менеджер видео и посмотреть, если есть точка авторские права, то надо посмотреть, какие, на каких роликах и какие авторские права нарушены. У меня, к сожалению, на моем канале есть нарушение авторских прав, потому что нарушены авторские права в двух роликах. Семейный альбом и маков цвет. Если в ролике семейный альбом я знала, что нарушения будут авторских прав, потому что песня очень известна и она имеет автора, то авторские права на маковом цвете появились совсем недавно. Я, прежде чем поставить этот ролик, или прежде чем сделать его и залить на канал, я очень тщательно проверяла, имеются ли на маковом цвете какие-то авторские права. Ролик стоял несколько дней, потому что иногда бывает, что авторские права сразу же появляются при загрузке, а иногда чуть позже. То есть я специально несколько дней выдержала под замочком этот видеоролик. Никаких авторских прав нарушений не было. И вот совсем недавно, буквально 2 недели назад, вот появилось на этом ролике, на маковом цвете, появился предупреждение о том, что у меня нарушены авторские права. Конечно, это меня не обрадовало, наоборот, ну, стало как бы не очень приятно, не очень обидно было. Просто то, что работа была сделана большая, ну вот YouTube выставил мне авторские права, требования по авторским правам. Поэтому будьте внимательны, почаще заглядывайте в эту вкладку и смотрите, что-то там меняется. Вот давайте подвернем курсор вот к той надписи, которая у нас есть. И посмотрим, что там написано. Обязательно, вот, если нарушены авторские права, обязательно дается объяснение тех нарушений, которые есть на этом ролике. Вот что у меня открылось. Показывается ролик и пишется следующий текст. В вашем видео найден контент, защищенный авторским правом. Правообладатель разрешал вам пользоваться видео, но ролик в ролике может показываться реклама. Ограничений на просмотр нет. Монетизация. Правообладатель монетизирует это видео. Что это значит? Видео показывается во всех странах без ограничений, но правообладатель данного ролика, правообладатель данного музыкального контента монетизирует это видео и весь доход идет в его пользу. Канал у меня не монетизирован, так что как бы я особо не страдаю из-за того, что какой человек, который имеет авторские права, получает какие-то небольшие, незначительные суммы от просмотра, от того просмотра, который есть на этом канале, на этом ролике. И, конечно, ну, не думаю, что даже автор музыки, песен, как-то даже и замечает это, что какая-то там монетизация идет. Итак, после того, как чуть ниже под объяснением нарушений, которые есть на этом ролике, есть вторая строчка, в которой говорится о сведении о заявке, то есть кто заявил претензии к данной музыке или песне. Ну, в моем случае речь идет о песне «Семейный альбом» Константина Дерра. В данной ситуации, ну вот, у меня стоит выбор, мне нужно решить, что делать с этим роликом. Есть два варианта. Первый вариант – оставить все как есть. Ничего не меняет. Стоит он и пусть себе стоит. Есть и второй вариант, который как бы наиболее не подходит ко мне. И я очень долго думала, размышляла, что же мне делать. Это удалить музыку и заменить ее на другой музыке из фонотеки Ютуба. Ну вот, мое личное мнение по фонотеке Ютуба. Не знаю, я как бы тоже со многими коллегами разговаривала, у которых тоже также выставляются авторские права. К сожалению, фонотека Ютуба не блещет музыкальными треками. Совершенно. Очень тяжело найти подходящую музыку.
И если ролик делался специально на выбранную музыку, то, конечно, весь смысл ролика совершенно теряется. Я тоже знаю, у наших ребят точно такая ситуация есть, что ролик специально делался на определенную музыку, но были выставлены замечания, были выставлены требования о том, что вот либо поменять, либо убрать. Но я все-таки предпочла оставить ролик. Этот ролик был заказной, то есть меня попросили этот ролик сделать к юбилею семьи. В 2017 году этой семье, всей семье, большой огромной семье исполнилось 100 лет. Вот. И, конечно, я решила все-таки оставить, не портить какой-то другой музык, совершенно не подходящий к этому ролику, портить, ставить музыку, потому что действительно работа была проведена огромнейшая, это надо было собрать информацию о всех членах семьи, начиная с 1917 года. Это был очень тяжелый труд, и мне было жалко вот портить вот такой красивый, шикарный ролик, ставить совершенно неподходящую музыку. Я предупредила заказчика о том, что ролик будет стоять с нарушением авторских прав. В принципе, мы договорились, это было обоюдное наше согласие, что ролик пусть стоит в таком виде, каком он есть. И я не стала менять ничего в этом ролике. Мне просто жалко своего труда. Труд был титанический. Поэтому то, что предлагает нам YouTube, конечно, стоит подумать. Если ролик, ну, незначительный и как бы недорог, просто вот он сделан и сделан, то, конечно, можно поменять музыку, можно подобрать из той фанатики, которую предлагает YouTube. Но еще раз я говорю, музыка там совершенно, ну, вот, никудышная, и она очень крайне редко подходит к тем роликам, которые мы делаем. Ну, это мое мнение, не знаю. Есть люди, которые, наоборот, предпочитают ставить музыку из этой фанатики. Но, честно говоря, мне та музыка не очень нравится, и поэтому я как бы стараюсь не прибегать к этому варианту. Вопрос, конечно, возникнет, как проверить музыку на содержание авторских прав. Вот я уже делюсь секретом, которым постоянно пользуюсь, потому что больше выхода нет. Почти вся музыка, которая есть на YouTube, имеет авторские права. Либо защищенный контент, либо сами авторы выставляют свою музыку, и они в любой момент могут просто поставить стрейк, пожаловаться на то, что есть нарушение авторских прав. Ролики все равно делаются, ролики все равно как бы работают, ставятся на канал, заливаются. Но тем не менее, вот я делюсь небольшим секретом, которым меня научила одна моя коллега, из коллег, с которой я дружу много лет. Теперь и я делюсь этим секретом с теми, с кем работаю, кому помогаю осваивать программу «Прошел продюсер», потому что, ну, действительно, мне очень жалко труда. Труда и своего, и вашего труда. Поэтому я делаю следующим образом. Я работаю в программе «Прошел продюсер», и прежде чем сделать полный ролик, чтобы его залить на канал, поставить на канал, я делаю пробник. То есть продюсер прошел, я делаю небольшое видео, состоящее из трех слайдов. Что я добавляю в эти слайды? Любые фотографии и заливаю музыку, вставляю музыку делаю фотографии на фоне музыки. Записываю точно так же ролик, видеоряд и отправляю под замочек его на YouTube. У меня два канала. Один канал стоит уже почти полтора года. Просто я его забросила, и вот на второй канал заброшенный я ставлю этот ролик под замочек. Он у меня выстаивается 2-3 дня, потому что я еще раз говорю, что иногда авторские права появляются практически сразу при загрузке видео, и его тут же приходится удалять, чтобы как бы поискать другую музыку, чтобы не ждало время, пока я буду как бы делать ролик, чтобы я могла найти подходящую музыку и его спокойно загрузить готовый ролик на канал. Либо я жду 2-3 дня, чтобы, ну, возможно, YouTube как бы очень медленно иногда работает, и чтобы вот
как раз ролик отстоялся, и если вдруг есть авторские права, то как бы я могу спокойно убрать этот ролик и точно так же искать другую музыку. Это вот секрет, которым пользуемся. Многие из нас, из моих коллег, пользуются, чтобы уже не получать вот такие нежелательные предупреждения о том, что нарушен авторский контент. Если вдруг, вот как вот у меня сейчас в данной ситуации с маковым цветом, ролик простоял достаточно длительное время, 1,5 года простоял на канале, и вот я говорю, что совсем недавно появились авторские права. Что тут делать? Ну, тоже музыку я не хочу менять, потому что ролик делался специально на эту музыку. Я тоже решила оставить ту музыку, которая там есть, которая стоит. Она очень красивая, мне она очень нравится. Но есть вариант, конечно, не знаю, я пока с этим не сталкивалась, но есть вариант написать автору музыки просьбу, чтобы он снял жалобу, и просьбу, чтобы он разрешил пользоваться этой музыкой на моем ролике. Но, насколько мне известно, авторы с большой неохотой дают вот согласие на такое. И, конечно, ну, остается, что остается, чтобы ролик оставался как есть, стоял на канале, и автор монетизирует это видео и получает тоже доход как будто с просмотров этого ролика, с рекламы, которая стоит во время просмотра на этом ролике. Вот два варианта, которые, даже три варианта, то есть либо ролик оставить как есть, как он есть, с той музыкой, которая есть, теми фотографиями или видео, которое там есть, включено, вставки есть, либо написать автору музыки, попросить разрешение снять, попросить снять жалобу, попросить разрешение на то, чтобы использовать его музыкальные вставки, либо, ну, заменить музыку. Если есть четвертый вариант, удалить ролик с канала, но это не приводит сейчас по новым требованиям YouTube, это не приводит ни к чему. То есть, если получен стрейк, жалоба очень серьезная, то жалоба остается на канале. Поэтому вот остается выбирать либо искать каким-то образом музыку без авторских прав, либо вот оставляю все как есть. Поэтому выбор за вами. Это большой труд создания ролика. И поэтому, конечно, мне очень жалко вот труда, который затрачивается, время, которое затрачивается на создание этих роликов. Поэтому с авторскими правами здесь очень много подводных камней. Я назвала основные. Есть еще как бы один вариант, что в последнее время авторы специально делают, раскручивают свои музыкальные треки, раскручивают при помощи создания роликов другими людьми. То есть заходишь, скачиваешь музыку, ставишь музыкально понравившуюся тебе композицию, ставишь эту музыку на свой ролик, загружаешь ролик, может стоять месяц, два, три, год, 3-4 года, и потом, когда уже музыка достаточно раскручена, автор просто меняет политику и выставляет авторские права. Поэтому как бы вот с авторством надо быть немножечко как бы осторожнее. Но вот, к сожалению, пока YouTube применяет вот такие жесткие меры по отношению к авторским правам, тем более в России с 1 января 2016 года приняты законы, тоже ужесточающие требования к авторским правам. И, конечно, в совокупности это, ну, вот, приводит к таким пока не очень приятным последствиям, пока не очень хорошим работам на YouTube. Еще раз говорю, что я достаточно часто гуляю по каналам, уж так и получается. И, конечно, очень часто сталкиваюсь с тем, что на очень красивых роликах, грамотных, красивых, интересных роликах стоит очень-очень, ну, так скажем, не очень приятная музыка, бьющая, режущая по ушам. И поэтому вот и вся прелесть ролика задуманного, к сожалению, теряется. И поэтому, ну, что я могу сказать? Единственное, что только вот, если получается, что нет авторских прав, просто, ну, надеяться, что автор не поменяет политику и не поменяет свое отношение к своим работам. Ну вот, ребята, на сегодня у меня все. Я рассказала о том, что о тех авторских правах, которые есть у нас, сейчас применяются Ютубом, о тех последствиях, которых могут произойти при нарушении авторских прав, и как действовать, если вдруг вот вы по незнанию или нечаянно загрузили на свой ролик как бы вот
музыку или видео или фотографии, которые уже защищены авторским правом. И вот напоследок скажу, тоже часто задают вопрос, как можно ли скачивать ролики с чужого канала и ставить на свой канал. Можно, если только в том случае, если у вас есть договоренность с автором этого ролика. Если нет договоренности, автор имеет полное право поставить вам страйк, пожаловаться на вас, что вы, ну, как скажем, прямым текстом, скажем, украли этот ролик без его согласия. Поэтому опять тут должна идти взаимная работа. Если я хочу добавить чей-то ролик, который мне очень-очень понравился на свой канал, то его можно добавить только в плейлист. И тогда никаких возражений, никаких претензий со стороны автора не будет. Это не прямой показ вашего ролика. Это плейлист, куда можно закачивать понравившиеся ролики, которые как бы вам интересны и могут быть интересны другим людям. Ну а если вы скачаете впрямую, поставите на свой канал, то, естественно, автор имеет полное право поставить, пожаловаться на вас, что вы нарушаете его авторские права. С этим я сталкивалась уже неоднократно. И сама была как бы неприятно поражена тем, что некоторые мои ролики просто впрямую скачиваются на чужие каналы, и под ними ставятся данные, совершенно не мои данные, а ролики иногда используются для рекламы каких-то там своих целей, какого-то своего бизнеса. Поэтому я подавала жалобы на таких людей и очень быстро как бы решался вопрос, потому что получить страйк, ну, значит потерять канал без права, а потом, возможно, могут применить самую крайнюю меру без права создания нового канала. Поэтому я вам очень рекомендую, прежде чем скачивать чей-то чужой ролик на свой канал, все-таки свяжитесь с автором. Но если вы хорошие друзья, знакомые, то, конечно, как бы эта проблема не будет иметь проблем. Единственное, что можно как бы добавить в описании ролика, что ролик закачан или загружен на канал с согласия автора. И в таком случае, конечно, тогда уже никаких претензий со стороны автора не бывает. Ну вот у меня все. Если у вас какие-то есть вопросы, я, конечно, на них отвечу, на эти вопросы отвечу. Жду ваших вопросов. Ну что, друзья, если нет вопросов, я хочу поздравить нашего мужчину, единственного, который сегодня у нас есть здесь, в нашей студии, в нашей комнате, Петра, с праздником. Я не знаю, отмечается ли сейчас в современном Израиле этот праздник, но все-таки наши мужчины, все-таки защитники Отечества. Хочу пожелать Петру, конечно, творческих успехов, продвижения его канала, замечательного канала, который я с удовольствием как бы смотрю, с удовольствием слушаю его песни в его исполнении. Так что я думаю, что пожелать здоровья. Думаю, что все-таки в дальнейшем Петр продолжит работу свою над каналом. Ну что ж, я прощаюсь со всеми. Спасибо всем за работу. Надеюсь, что сегодняшняя информация была интересной и полезной. И на наших каналах будет намного, после сегодняшнего разговора будет намного меньше вот таких вот нехороших, нежелательных как бы предупреждений от Ютуба. И мне, правда, очень хочется, чтобы наши каналы занимали достойное место на хостинге Ютуба, потому что они действительно достойны большего уважения, большего как бы продвижения. Тем более, действительно, там очень много интересных, замечательных работ. Всем спасибо за работу. Мне было с вами очень легко работать. Я благодарна всем, кто здесь сейчас присутствует, потому что действительно вот атмосфера добра, уважения, интереса, это очень чувствуется даже сквозь экран, хотя я нахожусь с вами в разных часовых поясах.